Бывает просто через ДД, если одевать какого-то перса, ну, бывает или на замене сидишь, или в каких-то рейдах, во-вторых, там. Через танка самое заебись одевать, но надо это, быстро соображать. Синтек, ты где, блядь? Себе. Бывает. А, вот он Я вышел. релогался. Я уже Меня, блядь, лагает почему-то. Пиздец. запаниковал, блядь. Не. Я, короче, подключал аддонов. И что, И лучше сейчас стало? 85 показывает. Да, прям Ну вообще. тыкните, блядь, в этот, в сумон, блядь. А, он уже тут. Жри. Это, не ебаньте сейчас, не ловите пельмени, там вот эту всю хуйню. Дайте каску порог. Да по всем. Раздавайте быстрее баф. Чё там? Половина, три штуки, вроде нормально. Зулжин готов? Да, готов. Так, даю отчет. На на связи на пол. На связи на пол? Все три на меня дали. Молодцы. Ну, хоть не, слушайте. Не ври. Хоть слушайте, что в DC говорят. К зеленому веди. Да, веди там, где зеленый выливается. Чё за хуйня синтек? Где омоложение? Вот только сейчас плюну. Хорошо, что неправда. Я кидал КД. Да что-то не было дополнительной раги. Ну, не прокнул, значит. Сейчас вот босс переводится, то он будет у стола. Будет, когда босс начнет вторую фазу, будет красный. Сейчас, в принципе, можешь вот тут его танчить. Все, пельмень будет. Пельмень летит. Вы понимаете, что это, ну, вот Равения, что, блинка нету или что, или как? Почему, блядь, ты его ловишь? Просто по приколу, что ли? Пельмень с профа летит. Вы чем ближе к нему стоите, тем быстрее он до вас отведи, отведи колбы. Проф кастует. Он когда кастует, он не может ходить. Вот красного бейте. Вы от колб должны отходить. Вы в первую очередь. Неважно, отвел. Да мы-то отошли. Ого, он босса держал, хуй знает где. Босс да, еще... он кастовал. Босс еще кастует. Он когда кастует, он не ходит. Вы тоже смотрите. Вот Матфок с пельмениной, с ловленной. Как ДПС у тебя? Нормально? Вот колба. И там вот я вижу прям тел 5. Прям в колбе прыгают, нахуй. Блять, у меня... А, вот. Ну, дисгрейсит, вижу, удушливый. Зеленый. Зулджин. Удушливый. У нас топа сдох вообще. Че это было, блядь? Вы прикалываетесь? Вы без квеста сейчас будете вайпаться, да? Ч, ебать. Пацаны, ну конечно. Вот так, топ уреснул. Ну захильте. Вот Фокс рвение нарезы. Красного бьем. Сколько у него там процентов? Choking soon. Choking. Блять, босс по всей комнате ходит, блин. И что? Это как-то мешает? Зеленый. Зеленый там. Вот от зеленого отбегите тогда. Значит, стойте у профа поближе. Вот зеленого выбрал. Сейчас, бля, плюну. А колбы прям.
Поэтому при зеленом когда, тоже. Когда он откидывает, вы не можете отбежать от него? Нахуя вы рядом с ним продолжаете стоять? Первый раз я что-то не понимаю, почему не возле зеленый-то начинает? Это, давайте потом не задавайте таких вопросов. Вот сейчас выливается красный, и босс сразу переводится. Вот. Не, очень интересно, охуенно. Я в него плюнуть не успел, поэтому он будет на большой скорости бежать. Мне очень нравится. Вот давайте без лишних комментариев. Почему босс ходит? Да потому что танк его водит, нахуй. Что это, не очевидно, блядь? Красного зергаем. Если он догонит, будет вайп. Давай, убегай. Рывком что-нибудь делай там. У него, наверное, ничего нету. Зергаем красного. Если он дойдет до него, он вайпанет нас. Все, вот теперь Геру и профа бьем. Так, где там дисгрейсит? Так, вставай. На четвертом стаке я с него заберу. А, вот четвертый я забрал. Сейчас колбы будут. Колбы отходим. Так. Воруй, кто там, Хант или кто-то. Лужа. Ты своровал или я хуй знает? Ну я нажал этот отвлекающий. Рано, наверное, нажал, да? Воруй, я тыкнул. Вот сейчас на мне 3 стака. Сейчас будет 4. Так, вот. 5 секунд, 4, 3. Отходим, колба. Так, на Бурибае 2. Сейчас. Им сдал. Вот, на мне 4. Сейчас, если 5-й повешает, у нас шотнет весь рейд. Вот, на связи. Ну, на него повешает, наверное. Вот, на него 5-й повешал и пошел шотать рейд. Вот, он отхилился. Круто, да? Интересно. Из ватников никто не может, да, снимать? Ну так вот, ну чисто для заметочки, блядь. Ну, ты когда водишь босса, ты у тебя ДБМ есть? Только не говори нету. Тогда не буду говорить. Ага, вот именно. На самом деле, ну, если он водит, ну это не обязательно, что вам, ну я не знаю, что вам некомфортно. Вышли с колб. Отвел танк, отвел, когда отвел, блядь. Вы бьете босса тогда, когда он отвел. Это первое. Второе, вот зеленый слизень вас выбрал, да? Он дошел до цели, откинул и выбирает в следующий раз цель. Так нахуя вы рядом с ним стоите? Он пока ну, выбирает цель, вы должны к стенке отбежать. Там челик не отбежал, 10 метров от слизня зеленого стоит, к нему подбегает слизень, 2 человека умирают. Ну, вы не понимаете совсем, как тут играть. Пельмени эти, колбы, блядь, ловят все. Так нормально, танки совсем по-другому водят всегда. Сразу блядство началось, все по всей комнате стоят, кто где хочет, когда босс стал гулять по всей комнате. Ну если танк ведет по другой стороне, все равно же ДДшки типа должны знать, где что стоять. Типа, у вас же также есть ДБМ, который типа вам анонсит и колбы, и пельмени. Ай, бать, понятно, нахуй. Все понятно, блядь. Это из разряда того, что право слева меняется, и все, и значит можно стопать, нихуя не делать. Так это... милики всегда в начале-то бьют зеленый. Его подводят всегда. Если он не подвел, что теперь, блядь? Вайпаться что ли или что, блядь? Ну да, вайпаться. Потому что ДЖДшник когда-то не так что делают. Ты ГП начисляешь, а тут все нормально у тебя. Хорошо, поехали. Сейчас все ГП будут получать. Давай, Войт. Ну-ка дай им. Так, где там у меня этот? Сейчас, секунду. Так, на связи. Так, на связи. Значит, ГП. Вайп рейда. Поехали, теперь открываем полученный урон. Всех по порядку буду смотреть. Значит. Так, Войд. Так, что там? Вихрь жму. Я же сказал, я, блин, вообще не танчил его. Ну, что поделать. Теперь будешь учиться. Я сказал, просто веди. А куда, что? Я всегда в этом кукле сидел.
А, хорошо, это самое. Сейчас посидишь в кукле. Удушливый газ, смотрим. Так. Шалфир, взрыв колбы. Так. Дисгрейсит, удушливый газ. А, там слизняк, топа. Короче, на колбу кинул. Я сбежался в мили, там пельмень прилетел в это, у слизняка. Чтобы разделить урон, и получил пельмень по ебалу. Да, такое тоже было. Степ, получается, словили удушливый газ. Короче, хорошо, смотрим. Сейчас этот трай, если удушливый газ хоть один или хоть одна пельменина будет словлена, это будет по сотке каждому. Буду смотреть полученный урон, даже если убьем. Имейте в виду, блять, в Гере это вообще нельзя ловить. Ты в кукле сидишь, я теперь вожу босса. И ты смотришь и запоминаешь, как водить босса. Чтобы на следующем КД ты уже водил босса. Хорошо. Так, сейчас рыбу дам. Ну и по мне ебанули, да? Да, мы вайпанулись два раза, блять. Люди нихуя потерялись, ну, что делать, не знают, если босса отвели от зеленого. Начиналось так красиво. В Гере будем учиться, нахуй. Там по тактике, которую в углу не получается, придется по-другому. Придется учиться разным ситуациям. Сейчас имейте в виду, блять. Ну, любая колба, мне похуй, как вы ее поймаете. Пельмень, не пельмень, блять. Каждый пельмень, каждая колба, ну, урон от этой хуйни будет. Сейчас воет, да, танчит. Иди лови куклу. Пей. Подводят для зеленого, для того, чтобы начать бить зеленого сразу. Вот сейчас проф будет стоять под столом. Вес, на кого красный слизняк повешается, не считу его. Тело и душа вкачал. Да. Вот пельмень. 3 секунды это вот. А, вот наебал. Это вот видите, летит две хуйни. Их нельзя ловить, это сотка сразу. Колба, он всем показывает, 5 секунд показывает. Вот она, даже раньше далась. Вот просто с нее выходит проф. Вот, примерно на такое расстояние. Вот пельмень сейчас будет после коста, наверное. Это все, ну, каждый игрок должен сам это смотреть. Когда это влетает, когда ставится колба. Вот пельменина полетела. Он красного захиливайте цель. Великий, переключайтесь на красного сейчас, потому что колба через 5 секунд будет. Под профа не бегите, будет колба здесь. Вот. Сейчас он поставит колбу, подвис. Все, вывожу. Сейчас будет вызов зеленого скоро. Ебать, лагает, блин. Зеленый. Пельмень, секунда, колба, 5 секунд. Вот колбу поставил, я отвожу. И пельмени одновременно летят. Вот видите? Никто не словил, да? Что там теперь красный? Вот тоже сейчас пельмень. Что там вон 3 секунды показано, значит скоро будет. Готовьтесь. Смотрите, с профа вылетит хуйня. Ну и колбы 5 секунд. Тут еще лужа. Вот, милики, уже идите на красного, нехуй тут делать. Новая цель у красного.
Че, не захилили, да, блядь, 5 хилов? Почему его не замедляют? Замедли красного. А то сейчас свой вайп будет. Стоп, эти дамаг еще будем зеленого бить. Сейчас 3 секунды выйдет. Зеленый. Пельмень секунда. Вот зеленый. И еще лужи через 5 секунд разольются. Тебе надо их выпить. По боссу никто не бьет. Только зеленого бить. Отвожу босса. Все зеленого зергайте сейчас. Захильте. Ну хильте, ебаный в рот, нахуй. Ну. Сука. Колба сейчас будет. Это зеленого добивайте. Вот колба. Отвожу к столу. Выпивай лужу, переводите босса. У вас 5 секунд. Фул ДПС по боссу. 3 секунды, 2, 1, все перевели. Нихуя сложного, блять. Ну потом, если не понимаешь, как водить, посмотри видео, блять. Как именно водится, когда, что, блять. Ну тут лагает пиздец, конечно. Ну и все, и против часовой поведу. Геру, это и фул ДПС. Клубы скоро. А тут когда надо забирать, скажешь? Да, скажу. На мне стаки, видишь? Вот сделай, да, так, две штуки. О, две штуки. Когда 4 будет, надо забирать. Что там, колба была? Нет, что-то не вижу. Он пишет 7 секунд. 7 секунд. Может раньше поставить. Все, забирай и отводи, будет колба. Я подвис. У меня зависло все. Он забрал там? Я не вижу просто ничего. Да. Все. Не, виснет нахуй. Просто назад идти? Пока что стоишь. Вот колб нету, ты стоишь. Лужа есть, отводишь. Лужа есть, отводишь. РДД на 30 метров от босса стоим мы. Чтоб пельмени до нас дольше летели, чтобы мы было время среагировать. Да ебать, нихуя сложного нету на боссе, блядь. Просто, ну, как-то, блядь, расхлябанность какая-то. Чё, ДП будет? Будет пельмень. Ой. Классика, пока пизды не дашь, никто ничего не делает. Да, ой, блядь, чё? А я КВ сделал. Слышишь, надо будет, чтоб ты мне, ну, то объяснил, короче, как воровать стаки. Ну, там таймер я есть. Таймер 10 секунд. Периодичность кидания чумы мутируешь 10 секунд. Вот. Ты смотришь этот таймер в ДБМ. Ой. И как только одна секунда остается, ты таунтишь, он кидает его на тебя и потом забирает танк, который танчит. Это я понимаю, на скольки секундах вот чума на тебе тикает, на скольки секундах таунтить? Блять, да я поэтому не смотрел. Ну, типа, я смотрю по таймеру ДБМа. Если ты про это. Ну, на ДБМе таймер 10 секунд. Вот он дал, и отсчет пошел 9, 8, 7, 6. Да сколько не было? Был, да. Что-то я... А что ты убежал? Че, ГП будет? Кому? Никто ничего не словил. Шалфиру. А ты с босса душу высосал? Нет, не высосал. Че, говоришь? Синтек. Не, я перепутал там. Шектору, ебать, ГП. Шектор говорю ГП, он за это. Я тебя там наступил. Ты иди лови эту хуйню, этот осколок. Я иду. У меня бабл есть с него. Я просто не понимаю, за что вихрь жму ГП полутал. Он как бы на прошлом трае вроде ничего не сделал, они ГП дали. Да все, заебали нахуй. Блужи не стоял. Кто ГП хочет, могу дать, блять. Сейчас смотрите, ну, еще, блядь. Будете босса бить. Инст еще не пройдет. А ЕП можно? Сейчас еще Синдра, нахуй. Сейчас еще на лане укусы будете передавать, блядь. Вампира превратитесь, это точно сотка сразу. Я хотел справедливости. Забирай. Инициатива наказуема. Так, знаешь, вот такое? по большому счету, здесь, если, допустим, рейд охуенный, да, вот если все красавчики, вот если вот как вот на этом трае никто ничего бы не ловил, когда он в кукле был, ты говоришь, квест сделал на кукле сейчас? Да. Вот, видишь, молодец.
Даже никто не заметил. Я понял, просто я там ошибку сделал, что первую лужу допил. Я ее на один. Но при том, заметь, вот то, что было с красным, когда он на скорости бегал, этого не должно быть. Вот. То есть, получается, ты еще не до конца понимаешь. То есть, здесь мог выпануться рейд. Ну, на полном серьезе. И тогда было бы уже вообще пиздец, очко горело бы. Вот. Ну, то, что такое сделал, молодец. Так что он сделал? Да. Это... Тут как бы одно из двух. Либо кукла немножко не доигрывает, но рейд справился, как сейчас было. Либо кукла все играет, либо, ну, рейд вайпается, что было в первом трае. Но опять же кукла там не доигрывала. То есть две этих не совпало, блядь, звезды, блядь, не сошлись. Вот. А когда и то охуенно, то тут вообще ну, ничего никак не замечается. То есть в любой ситуации, даже если делает человек квест, ну, нам не нужно хуйней заниматься, то есть нужно нормально отыгрывать. Ну, а так как тут и вагон есть у нас, и хант там оружие не починил, и хилы еще пельмени ловят, ну, полная залупа происходит. То есть квест делать его, ну, очень легко. Просто надо, чтобы рейд отыгрывал на 100% четко. Я думаю, это в будущем, когда люди будут уже сюда ходить, там, вот как Вадикон, там, как Синтек, хотя Синтек пельмени ловит, как Топа, там, как Шалфир, вот, которые я поймал свой один пельмени, то у меня лагало, блядь, как у тебя лагало. Ладно. Да ты пьяный сидишь, чё? Бухать, блядь. Я трезвый, нахуй, чё вы думаете? Да кому ты рассказываешь? Он заматерился уже, маты полетели. Пьянь. Алкаш малолетний. Блядь. Я вообще сегодня участвовал в конкурсе. Какой еще конкурс? На выиграл Чупа Чупс. Кто больше всего на перепил всех. Любого, а, бля. Не. Ну, короче, я подлагиваю, нахуй. Я не знаю. Я там с... Да, у всех лагает. Ворвался в мобов. Не знаю. Ой, я подхитил. Сдох. Подхитил, ебаный. Почти сдох. Там сейф какой-то отдал, блин. Я все сейвы отдал. Командира вон заберите. Он не на мне, по-моему. Синтек, сука, отдай мне пояс. На вот этот, на не. Ну, как он называется? Сука, на ревностный, блядь. Да как я тебе его отдам? Просто похуй как-нибудь. Не знаю. Гэму напиши, скажи, это мой был пояс. Кинь 150 рублей ему на карту и отдашь. Так он буе этот. Да не, он чарку просто. Да, его чарку себе возьмет. Да у меня нет 1500. Ну, блядь, да побухать-то есть. Да, блядь, я купил, типа, за вот эти дни, сколько пил, я купил всего 3 бутылки пива. А, и все что ли? И нихуя ты упал, ебать. У них каждый день бухаю, сейчас... ой, пиздец, не могу уже, 3 бутылки пива выпил. Вот. Нет, слышишь, ну, подожди. Да человек, который не пьет, нахуя, я вот бат пил, короче, 12%. А помните, раньше он говорил, я вообще не пью. Так, а, блядь, подожди, бутылки могут быть сломался. Разные. Да прикинь, компьютер сломался, как тут не спится? Блядь, компьютер работает, я вообще не могу как так. Я литр самогона у знакомого стрельну запихал, когда я был груш, нахуй, неделю терсю не удавиться. Я вообще, блядь, пью пиво, а девчонки хлестают вино, блядь. Каждый полит, я на них смотрю и охуеваю просто. Я тоже винишко предпочитаю. Зато ништяк же, блядь, подростковый незащищенный секс. Ты чё? Они меня, блядь, чуть не изнасиловали, пиздец. Что же им помешало, блядь? Причём сзади. Пьяный синтек помешал. Травма помешала. В натуре, блядь. Девчонки, сорян, у меня РТ, да? Меня он же... Там был один раз, дальнобойщик. Дальнобойщик помешал, да? Да, пришел, спас его. Жрите рыбу. Кто двоих танчит? Я двоих. На связи на пулю у тебя этого тодера. Ага. На каждый рейд на мемы разбирать. Ну а тут надо будет третий танк нахуй на лане, блять. Там вообще легко. Сначала для квеста.
Да. Нет, смотри, он просто выходит буквально там на 5 секунд, ловит зеркало с тобой, потом выходит и ловит укус. И все, не надо. На лане сложнее. Так его просто укусить в конце, и все. Там роль в 10. Какой ему не в конце, ему 4 раза надо укусить, ты че? Ему зеркало словить и 4 раза укусить, и все. Весь квест. Ну все это интересно, блядь. Ну там нужен третий танк. Но я делал в 2 танка. Я в ДД был, и 2 танка были. Ну так это надо, чтобы люди стопали, блядь. А я хочу, давай чтобы... Давай 2 мишки потанчим. Это забудь, блядь. Этот, Зулджин тут. А какой класс у вас делает? Вот. ДК. Келеси, ты там поближе стой, как ты его таунтить будешь? 500 километров. Это делается как? На связи квест делает? Угу. Да. А, ну тогда я спекнусь там. Потом перехватить просто надо будет. Чтобы ему много люлей не вешало. Коли там грань будет ему по лбу бить. Там как? Мы бежим с ним. Он как типа танк бежит. Он в танкошмоте с гранью. Ловит зеркало и сразу отходит. И ты сразу подходишь. То есть ты третьим бежишь. Потом уже это, начинают бить. Смотрите, не заберитесь в него сферы нахуй. Значит, это вообще пиздец будет. Лучше нахуй туда не смотрите даже. Если сфера с тебя, ну, если одна останется, то сразу прожимай какую-то прожимку, не зыбку. Стоп. Стоп, не говорю. Так пойдет. Давайте Геру. Блять, я бегаю, опасаюсь нахуй стак и смотрю нахуй. Привык, да, в Гере бить? Да. Думаю, где стаки нахуй? А чё вы, Лану Синдру убиваете уже? Только Лану. А, ну герои все равно. Синдру почти. Почти там и не пахнет. Травмы не хватило. Не, там нормально. Нет, там нормально. Надеюсь, блядь, никакой хуйни не произойдет на этой неделе. И на следующей. Ты, блядь, опять не попаду в Геру и пиздец. Там вот же, блядь, приорит. Ну точно, блядь, сегодня блядь. День буешек с боссов. Багруха еще, блядь. Тут сильно жирно будет. Кстати, это тоже наручи стоит 10. Ой, там кто-то сотку нажал, нахуй. Я Мэтфоксу закинул. Кто сотку нажал? Не, я случайно нажал. Я не понял. Ой, блядь. А будь здоров. Спасибо. Пиздец вообще. Прям сюда долетело. Лицо вытри. Ты перед монитором же сидишь. Да я прикрываюсь. О, чуть ГП себе не дал нахуй за боешку. Дайте кольцо и Весту. Ему это кольцо нужно. Дай кольцо Мэтфокс и Весту. За сколько? За полтинник заберешь? Оно тебе нужно, не спорь со мной. А Волов? Оно что там, крит МБ5, что ли? Да, у него крит меткость. Моби боешка. Ёбаный ворот. Крит меткость на ДЦ? Там не крит меткость, там крит МБ5, по-моему.
это кольцо критом по 5, а у него крит меткость. А, ну вот, надо его сменить, конечно. Так, Холин Дринк, мне надо тебе еще дать. Это, так, вот тут пара зеленых вещей. Так, на распыл. Туху не выкинуть. За что? Я даже его не бил. Косо посмотрел на него. На Синдре самый легкий квест. Я думаю, он тебя убил, потому что ты черный. Ебать, расизмом пахнет. Как я люблю. Извинись. На связи у тебя острый мод есть? А? Серега. Что есть? Острый диск мод есть? Не, нету. Ну, будет Серега, больнее нет, тебе. У него танкошмот есть, его не должно шотнуть. Там тика до грани и дыхание. Баны и мобы, блять. Да иди нахуй, хули ты кастуешь свою хуйню, блять. Еще на водикона идет, смотри, нихуя. Только надо будет, наверное, чтоб ты его танчил с Синдру. Он ловил чисто дыхание. Ну ясное дело. А тебе еще и третьим танком надо быть. Я. Потому что, бля, если он сдохнет, то квест проебет. Ассаламу алейкум, да. Дек, мне сказали, ты что-то против негров имеешь. Извинись, быстро. Вообще-то, блядь... Я тебе. Вообще-то, блядь, негры на этом языке не говорят, блядь. Ну там за чёрных говорят, блядь. Теперь, блядь, говорят. Я не говорил про негров, блядь. Шалфир, он ШП, единственный. Поэтому я сказал, что он черный, поэтому его убили. Расисты ебаны. Кстати, еще или в бездну, в бездну же темную. Тоже негр, нахуй. Ну вот если что, если крестакер, то это нормальный негр. Кто-нибудь знает? А кто-нибудь знает негра, злодея или какого-нибудь убийцу? Томас. Томас. Джей Симпсон. Подожди, он же в маске постоянно. Ну да, ты не знаешь. Который, да? Симпсон. Это же гольфист, который Симпсон. Нет, он типа кем-то был. Джей Симпсон, он типа убил там семью целую и зарезался, типа такого. Ну, значит, негры хуёвые, блядь. Ты чего? Если бы он убил, он бы делал это так, нахуй, а не как там описали. Так что, нет, блядь, он ничего не делал. Это кто? Доминация чёрных. Джон Кофи, вообще-то. Джон Кофи. Этот, блядь, на связи, значит. Тактика такая. Все там возле рыбы сидят, ты подойди ко мне. А Холидринг, ты уже за нами, за двоими бежишь. Мы бежим с тобой в первый вперед. Ты босса бьешь, автоатака, не таунтишь, ничего не делаешь. На тебе появится дебаф. Зеркало, луч между нами соединится. И на тебе появится красный дебаф, как вот примерно знак Орды, примерно такой же, как этот. Как, скажи мне нахуй, кровоотвод. Такая картинка будет, вроде как. Как он появится, ты отходишь от босса в сторону, влево, вправо, похуй. И подходит Холидринг. От рейда отходить или как? От босса, от босса, от зеркала, от меня, понимаешь? Это не идти. Дальше. Тот, кто словит первый укус, укусает тебя. И ты дальше кусаешь трех людей. И уже, когда ты третий раз кусаешь, там уже, ну, до берсы 40 секунд, и уже там добиваем босса. Нихуя сложного нет. Умник. А там разве не 4 укуса? 3 укуса, 4 стак. Ёбаный в рот. Ну почему, блядь? Просто делай, что говорят, и все. И не задавай миллион вопросов. Делай сейчас, как я тебе говорю. Ты бежишь за мной, все остальные стоят сзади.
Зулджин. Напуливать кого-то надо. Напуливать всегда вой, да? Дай отчет. Это мы бежим со звездой, остальные чилят. Все, ты отходишь, Холидринт подходит. Все, теперь кто первый укус получит сейчас через сколько там секунд? Вот, он передаст укус этому. Вот, Триалтон передашь укус этому. Понял, да, звезде? Да, я взял его, да, помню. Кусать ДД. Сука, тень. Все, остальное, ну, для всех остальных такой же босс, как и обычно. Только на связи ты, если сдохнешь, ты квест пройдешь. Есть там дебаф на тебе, да, там кровавый такой, бля? Да-да-да, я жду. Не, 3 секунды. Ну, ты ханта выбери, смотри, сколько на нем секунд осталось. Ну, я слежу за дебафом. 10 секунд на ханте. Главное, в тенях не сдохни. На ханте 6, 5, 4. Да, я за ним иду. Вот. И теперь ты 3 раза должен укусить людей. И все, и квест будет сделан. Ну, надо еще не сдохнуть. А как кусать? Подходишь в мили-зону. Подходишь в мили-зону к человеку, которому хочешь укусить. И нажимаешь единичку. Там единственная кнопка. Главное быть в плотном. Я... Таргет человека, и там будет одна кнопка. Да, единая. Выбрать цель еще надо. На ханте Войда укусу. Войда, Вадикона. А ты на связи Шалфира укуси. В третьей пати прист. Найди его заранее. 25 секунд, вот до укуса 24. Скажи, сразу нашел его, нет? Да-да-да, нашел. Сейчас на взлетке прожми сейвы. Вот сейчас от меня сейва нету никакого. Сейчас не знаю, кто будет сейв давать. Допустим, ты сдашь. Вадикон, далеко от ханта не отходи. После фира укушу. Я с принцов душу не забрал, нахуй. Передай укус, самое главное. Берегите. На связи ты передал? Превратишься в вампира, блядь, не будем делать. Ну, сука, ну передай. Смотри, сейчас превратится. Я где он стоит? А, да, да нахуй, где? Да. Да, блядь. Раскидал. Все, забудь про эту хуйню теперь, ну... Кого раскидал? Ты что, не можешь любому укус передать, блядь? Алфира бежал. Дохнем. Пиздец, конечно, дохнем, нахуй. Клоунада, блядь. Квесты делай тогда, когда ты точно будешь все понимать, блядь. Ну это хуйня полная. Что, ты укус не можешь передать? Вот да как? Я дойти не мог до там него. Нахуй тебе доходить? Ты хоть до кого дойди, блядь? Тебе 10 секунд дается. Мне сказали же, Алфира укусил. Так но нахуй. Ай, блядь, все, забей хуй. Хватит, на следующей неделе будешь делать. Хорош. Ебатория, блядь. Тебе сказали, блядь. А то, что в вампира ты превратился, тебе ни о чем не говорит? Это самое хуевое, что может произойти, блядь, в жизни, когда ты превращаешься в вампира, блядь. Немного философии, да? Давай просто любого укушу тогда. Не надо никого уже кусать. Просто мы бьем, как обычно, все. Надо, блядь. Я ебал, короче, сразу, блядь, все обижаются, блядь. Да хули обижаются? Ну, а что тебе... Это хуйня какая-то. Говорят, Шалфира по комнате всех по фиру раскидала, блядь. Я бегаю, просто рейнджиры нет, чтобы укусить. У нас РТ до... Сколько? До 8. 30 минут осталось полчаса. Сейчас мы с этими квестами будем бегать, это еще час. Да дело не в квесте, дело вот, ну, он первый раз, смотри, вот ты ошибся, вот ты прими эту хуйню, вот я тебе объяснял, тебе нужно подойти вплотную. Если ты этого не можешь укусить, ты укуси другого. Че ты выберешь, укусить другого, любого челика, который рядом стоит, там, ну, вокруг тебя, блядь, 25 человек. Или превратиться в вампира, как следствие вайп. Вампира нельзя превращаться, блядь. Что непонятно? Вот тебе 10 секунд дается на то, чтобы укусить. Фир 3 секунды, блядь. Как? Почему так происходит, блядь? Ты просто... Да, у меня вылетело. Ты просто пойми, что... Ну, давай в другой раз ты это сделаешь, и все. И ты еще такой, я не знаю, ты тоже сам обиду копишь, блядь. Ну, шемом, блядь, и что, блядь? Да ну... нет, я не коплю, я сюда только танком ходил. Я вообще... Все, тогда... Ну, понимаешь? Я это...
куполом стоял, либо танчил. Мотай на ус. Все, это самое. Ты разок ошибся, все, в следующий раз ты уже так не ошибешься. Теперь ты понимаешь, как пацаны в героике бегают, да? Нет, еще не понимаю. Еще не было там, да? Ты не думаешь, что там кому-то впадло или еще что-то. Просто от тебя тоже все, все зависит. Ты должен быть к этому готов. Прочитай дополнительно, там, посмотри видос, все это есть. Ты придешь, чтобы ты был готов, чтобы ты ожидал, что тебе делать. Ты должен знать, что тебе делать каждую секунду. А не то, что там не добежал Фир. Да это какие-то отмазки, пиздец. Там 10 секунд дается. Зачем тебе бежать за шалфиром, если ты через 3 секунды в вампира превратишься? Укуси ты ближнего, блядь. Если что, зеленку жмешь, фир тебе не дается. Главное попасть. Так я прожал вначале зеленку, дал айсбаунд, а его увело куда-то. Его увело, он тоже бомж, нахуй. А я антифир не прожал, блядь. Свой. Я был не в курсе, что 10 секунд. Они по не теме. Почему все стоят во всей комнате, а не в боссе? Потому что мы стоим по РНЖ в обычке. Зачем? А зачем под боссом стоять? Чтобы пакт сразу срабатывал и тени по краям выносить. Мы пакты снесем так же. И тени также по краям вынесем. Двигаться не надо, они сами там срабатывают. Когда мы... Не надо. Одни тени не вынесут вайп. Вот что это будет. Нам всего хватает, чтобы стоять на РНЖ. Не знаю. Вот скажи это... так. Всю жизнь бьется на РНЖ, блядь, этот босс. Не рассказывайте. Не надо. Вот мы всегда стояли в куче, в танках, блядь, грубо говоря. Пакты сами сбрасываются, тени по краям, по стенкам побежали. Просто озвучиваешь и да. Даже если ты будешь одним компом стоять, тебе... Парни, все, забейте хуй, все. Чтоб пакт сбросился, все равно надо будет пошевелиться. Вот Хулидринг с Бурибаем, они заходить будут вообще или что там? Или все? Да, я перезахожу, не пускал. А Бурибай где? Бурибай написал комп, сдох, перезагружаюсь. В аплодилке. Даже с пугами на прошлом КД убили, когда мы стояли в одной пачке. Бля, Кирилл сказал так. Ёбаный в рот, нахуй, я хуею. Бей нахуй, я не знаю, похуй, стой в жопе, мне поебать как бы. А я просто спросил, что сразу агритесь-то, ёбаный. Да никто не агрится, просто я говорю, мы в обычке так бьем. Один кто-то что-то залагает, неохота умирать в обычке из-за какого-то обычного лага на Сирусе, что он тень. А если мы толпой вот так стоим, снесли эти, разнесли, один умер, мы плюнули на него и дальше бьем. 15 лет назад придумали, блядь, так бить, нахуй, значит так и будем бить. Да не, мы в Гере так бить стали из-за того, что ДПСа не хватает. Потому что люди, когда сбегаются с лучами, они теряют ДПСа, дохуя. Спека сердца. Ты потанчишь? Ну, этого босса. От меня мой сейф хочешь. А, давай, да. На связи тогда напуливайте, ты главный будешь танк. А ты просто с ним беги рядом. Не знаю, сколько у тебя комп прибутится? Есть там пару минут или что? Да я что-то хуй знаю, сколько у него комп прибутится. Я вот отойти не могу. Меня силим без Бурибая? Да должны силить. Ладно, похуй, не обидится. Проверка. Надо на связи сейчас напуливать. Каску дайте. Порогом. Бурибая нет. ДК. Подумайте, два паладина в рейде. Один каски дает, один кулаки кресты. Вот и думайте. Дай каску. Чё вы за хуйню дали 8%? Вот нахуя вы это жмете вообще? Я ебу нахуй. Просто вот, я не знаю, где там отсчет у меня? Вот, поехали. 4, 3, 2, 1. А мне интересно, Синтек. Не то. А как я вообще укус получил, блядь? Пиздец. Много критов было в начале. Ты ж Мишка. Я не Мишка, я сама.
Или что хули? Тебе интересно? Там мне показалось, что-то забагалось фрейм, блядь. Как будто ты сдох или что-то. У меня вообще, блядь, пиздец какой-то. Давай на связи. Ты на первой взлетке, я на второй. Поставим. Это Булевай просто в игру зашел. Вот. А, ну может быть. Хуйня. Ну там призраком. Зайти не может, пока бой внести. Да. Ко мне подбежишь, потом я тебе укус дам. 3 секунды. Пени 2 секунды. Акис. Следующие тени с фермом будут смотреть. Тени 2 секунды. Морда. На связи, ты даешь массой. Давид, как пропадет панель, кусай любого ДД рядом. Да, там на единичку, то главное вплотную подойди. Чтобы укус передался. Прям сейчас какого-нибудь демагера выбери. Ну, я подойду. Я потом в дикону укушу. Давид, я к тебе подойду. Как пропадет панель, кусай меня просто. Выбери меня в цель и укусишь. Единичку. Ой, дай маны, мордаун. Давид, меня в цель бери и нажимай единицу. Че, он передал? Нормально. Да, да, отлично. Ну и после второй взлетки то же самое. Уже тени 3 секунды. После них фир. Да, Войд знатно у тебя лагает. Угу. World Flex назад, блин, конись к Войду, я тебя укушу. Тролля УД далеко не уходи, от фонта укушу. Вот, с пактом сбегись и... На топе. Топа убейте. Сука, блядь, 3 ДДшника передо мной, блядь, укусили. Этот World Flex'ов, я и к нему иду, блядь, идет кусать. А я главное, я понял, я, короче, я не понял, кого я укусил. Или World Flex'а, или этот. Ты World Flex'а укусил. Ты да? Специально его выбрал. А он с пактом сбегается, я смотрю, я подбегаю в мелизону. И я не понял, я передал укус или нет. Я потом смотрю. Похоже, меня укусил. Да, я к вихрь жму, бегу, блядь, его уже кусают, блядь. Ой, души. Давид, ага. Можешь забить. 50% попробовать. Надо лут раздать еще, блять. Кстати-ка, надо... вниз упадешь, попробуй с этих принцов забрать. Ну, да, попробую. 2 защитника кому-то надо. Ну давай ханту дадим. Вдруг какой-нибудь спек сделает 110.
Первый осколок. Элимов сейчас, короче, в Т-10 надо одевать. Т-4 не работает. Переделываю. А помните, как мистери несколько КД подряд оставил то, что типа это не укус должен подбегать, а это кукус должны подбегать. И все говорили, нет, нет, ты не прав. Ну так, по идее, так лучше. Так же воет. Шалфир, подойди ко мне. О. Так я рядом стоял просто. Не подойдешь, ГП. Да какой ГП, что убираете? Да. Не, типа мистери бы сейчас сожрал, блядь. Его ж прям все хуесосили, говорит, что он не прав. Какой мистери, блядь? Может, имя имен? Это Ильнур, который говорил. Это было. Так мистери так же был. Он так же говорил. Имя имен тоже вроде. Да забирай, похуй. Не нужно так, не нужно, распыли, блядь. Что, бить-то будем? Ну, я вот не знаю, я бегу от, ну, от совета. А борьба будет заходить, да, к нам? Ну, что он отошел. Забирай, похуй. Нахуй тебе кольцо с меткостью на хиле, блядь. Ну, он зашел в инст. Так, что у нас там? Валька летает. Вальку убивать будет? Да хуй знает. Две Вальки. Так-то можно. Зачем? Да. По стенке пусть бегут. Да, да, сейчас после Синдрея посмотрю, как там полчаса, блядь, бой на всем инсте будет висеть, нахуй. Они не выйдятся здесь? Выйдятся ли вроде? Да, пока они будут выйдятся, полчаса пройдет. Да, блядь, пока там с обрыва будут челики прыгать. Половина будет здесь с боем стоять, половина наверху не будет прыгать. Потом еще половина АФК уйдет. И, короче, это такая история, которую я видел 1000 раз, блядь. Короче, Хольдрин, что ты потанчишь, да, наверное, дальше сове побуду. Так что, будем бить, не? Кого? Да не, давай трэш. Квест на Синдру получается? Возможно. Да. Но больше ничего не осталось. Я вам сделаю квест. Да там легкий квест, надо всего лишь, у него мало хп останется, мы все на камень жмем. Дамажить никто не будет. Там достаточно, я тебе скажу так, одного тика. Да, танку сама то. Ну, второму, ну, оф танку. Да я и мейн танком делал квест. А так просто ты же бьешь, короче, и кастишь. Его все же могут лутануть, это, если один сделает, да? Или сколько? Ну, обычно это делают люди, которые с короче, с особой яркостью. Я игру просто набил, потом стал чуть-чуть пососал с нее душу. Надо после Масуки поражать, и тогда все нормально будет. Сколько вот Фокс на сурке дал, что-то забыл. Там есть скрин. ДПС на босс. Для Гера надо хотя бы 18. Надо ему шмот подбарахлить какой-то. Совсем мало. Арка у него с ПТГ есть? Не знаю. У него ботинки есть ТТГ с чаркой, штаны с критом.
У него просто бракодавр, короче. Вот, поэтому он не дамажит. Надо парню зуломан водить. Может, он просто невезучий человек. У него не везет на криты. Тоже возможно. Вот мне, блядь, тоже надо бракодавр поменять на нормальный. Да есть травма. И чё? В голову. Пиво. Как сказал герой, хорошо. А зато у меня есть курица, говорит, когда рейд весь вайпнулся, нахуй. Челик отходил, блять, разогревать в микроволновке курицу, когда рассказывали тактику. А потом ворвался, просто потом бабл прожал, ворвался, нахуй. Лерой Дженкинс, блять. Там же что-то разоблачение было, что ли? Да, это что-то постанову, блять. Ебать, тогда компы там лагали, пиздец. Интернет, блядь, какой охуенный был, особенно в Рашке. В сети-то не было, DSL-ки были, да, получается, в те времена. Оптики-то не было. Наверх никто не поднимается. Видите, мобов чего встали. А то там босс запустится, если туда подняться по ступенькам. Что я наделал? Так. Кто хочет похилить хил, еще какой-то есть? Портал? Или Шектор 1? Нету. Бай, он может спекнуться в поле пола. Ну спекнись, полетай за этим, за шектором. Так, вот. А что нам, три хила хватит здесь? Да, хватит. Хоть за три, глаза. Хоть даже два хватит. Если дамаг лишний не ловить. Это ебаните. Кто-то гильдбанк, а то мне забагалось. Крабика не приучил. Эх. Я говорю, его кикать можно. Так, я уже говорил, нахуй, я тебе лоу-кик в голову дам. Лоу-кикать можно, да? И удушающий нахрен поведу. Это как лоу-кик в голову? Это тайная техника джиу-джитсу. Серега, стричься придешь, нахуй, я тебе на весь затылок букву Z наебашу. Самый охуенный патриот в городе ходить. Я скажу, я Зорро, блядь. За Орду, ебать, будет написано за я. Лактарагар. Начало подавления залить. Говорят, подавление залить, блять. У нас максимум танец пытается наебнуть. Главное, ДБМ объявляет, что подавление появилось только сейчас. Тайминги сбились у него. Частенько такое, кстати, бывает. Из-за вайпов. На профи такая же херня, показывают 5 секунд до колбы, колба херяк уже появилась. Кривой ДБМ, нахуй. Мне, кстати, ни разу не багался сирусский ДБМ. Они разные ДБМ это. А я хуй знает, в гринхиллах сидел, по ссылке скачал.
в Дискорде. Подавление вон справа вверху. Но у вас ДБМ разоружает на этом, на контроле на леди или нет? Да. Червь. Умри, червь. Да. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Сипатер спон. Сколько там у тебя? Suppressor spawned. Не прыгай, стой, стой. Пробудилась, чтобы кастовать пробуждение в сон. Вот квест берите, не портуйтесь, возьмите квест, не забудьте. Ну точно, день буешек, блядь, сегодня. Давид на кольцо тыкай. Может, фортами. Так, что это, наручи? Где мои штаны? Не знаю. Парня своего спаси. Они в стирке. Сука, нахуй я ты ответил. Кольцо РПшное. Так. Ты же типа мне? Опа, ВДВшник. Да, Давид, тыкай 100%, если приоритет есть, получится. Нет, там увара выше. Реально боешек много сильно. Так почти с каждого босса падает. Это, блядь, за страдания. Ой, там сидел, полдня колдовал. Войт свечки ходил, ставил, блядь. Поэтому все этот падал пару раз. Какие свечки? Сука. Не надо начинать это. Сука, сейчас чехлу. Ой, блядь. Не чехну. Давай. Этот, без воды. Ну, если танчить будешь, то покупай. Ну, мы с тобой разговаривали, ты меня учить будешь, но я прям вообще ноль. Вот примерно как на связи, можешь начинать у него учиться, блядь. Вот. Перехватишь инициативу, он в ДД пойдет, ты в этого, в танк. Там главное гир, 4-4 гир. Чё, ханта только нету.
Не знаю, но ты так же лутал. Медать мало кинул. Ну, а белку жал. Пошли, заходим. А с этой не забрать души, да? Пиздец, не свеча, нахуй. Душ вообще мало, блядь. Там дохуя будет. Да, ну, вот с них. Ну, там кто-то тебе валяк сагрит перед лечом. С них заберешь. На свои ПМ могу всех валяк сагрит. Будь здоров. Спасибо. Ебать, заебался чихать, нахуй. Интересно, сдохну? Ай, блядь. Угу. Да, была бы какая-то подстраховка, блядь. Ну ты это, на связи, ну не обижайся, блядь. Это вообще, это видишь, это еще, блядь. Наверное, даже еще и хорошо, блядь. Могу рассказать, как меня первый раз с рейдой кикнули. Меня потом тоже кикали, но там уже я и бланил. Вот, первый раз, короче, я пошел танчить, короче, протоваром в этот... Вот как раз Синдру. Винтовка Равена, если что, в мобе есть. Нихуя. Ёба. Пиздец, боишься. Нашёл. Ебать. Сейчас, нахуй. Ну, неплохо так вообще пало. Короче, это... Сейчас я групповую поставлю. Зелень ещё. Танчила, значит, это... Ну, у меня протовар был такой, значит... Причем в обычку пошли, и, короче, это... А там хули меня взяли, ты, говорит, потанчи. А я говорю, что танчи, как, где, что делать, нахуй? Ну, говорит, потом забирать будешь, когда скажем. Наступает вторая фаза, блядь. Никто ничего не говорит, да? Никто ничего не говорит, блядь. И, короче, ну, танк другой танчит все это время, блядь. А я такой, ну, и первая глыба кидается. Я стою в рейде с ней, нахуй. Изображается весь рейд, нахуй. И я такой смотрю, что за хуйня. Ну, вайп все ложатся, блядь. Думаю, ёбаный в рот. Что произошло, блядь? Ну, нихуя не понимаю, блядь. У меня ни фреймов тогда не было. Вообще нихуя. Вот, и это. И меня просто кикают, блядь. Мне так стыдно становится. Я, блядь, понимаю, что я долбоёб. Что я нихуя не понял, блядь. Вот. И потом я начал читать тактики на босса, блядь. Вот. Ну, а потом я играл фуриком. Протоваром тоже играл, но хули, танчить-то не так сложно. Правда, агро хуёвая была очень. Вот, ну и фуриком хули. Все, блядь. Геру Лича мы в 14 году первый раз убили. Потом пошли сразу десятку гер. К, на радостях, блядь. Там топовый РЛ, Каноп, блядь. Он где-то на ютубе есть, по-моему, даже тот килл, когда мы убивали. Ну и, короче, до ланы доходим. Десятки. Я такой, блядь, с тенями не выбежал. Миликов убил. Вайп, нахуй. У меня этот Каноп говорит, блядь. Войт, ты долбоёб или ты долбоёб, блядь? Третьего не дано, нахуй. Я сразу все понимаю, блядь. Что это просто пиздец. Ну от этого, понимаешь... Ну, люди начинают... Потому что, ну смотри, если тебе охота играть, да, ты же будешь интересоваться, что-то там, капы, статы, там, билды, блядь. Всю вот эту хуйню потихоньку, помаленьку. По-другому никак, блядь, ну... Вот, например... Я в ПВЕ вообще не ходил. Да это я понятно, вот я понимаю. Пашер. Тоже, по сути, шем. Там... Тупо из-за шема начал одевать. Да, это понятно. Главное, чтобы, видишь, ну, шем-то сделать, оно не проблема, это просто во время упирается. И в какие-то, ну, минимальные знания тактики надо отыгрывать. Вот. Так-то, блядь, танчить несложно, миликом дамажить вообще хуйня. Единственное, что вот, бывают боссы какие-то, где, допустим, надо будет там грипнуть. Ну, или еще что-нибудь такое сделать. Там. Саунтить там, хуй знает. А так, нихуя сложного. Главное, чтобы просто не получилось так, что вот ты вот шем сделаешь там, и все, и на ПВЕ забьешь, и пойдешь по эту поиграть. Я вот не знаю. Не, ну я танчить буду по-любому. О, ну это хорошо. Это хорошо. Опыт был на 100. И когда я шел к вам в гильду, я сразу сказал, есть такая возможность, я в ПВЕ 0 одел танк, как, ну, как смог. Вот, вроде как, ну, быстро могу понять, что делать. Да, есть. Хотя РТ у вас получается, ну, я с Питера,
Ну, как-то не очень, конечно, мне удобно. Потому что я в это время на работе. Да, тут сибирское время. У нас. Если плюс 4, то, ну, допустим, что по серверу 8, у нас это уже полночь. А может кто-то пойдет мобов пулять? Да, было бы неплохо. У меня плюс 6. На ДВЛ, ага, уже 2 часа ночи, блядь. Ну, плюс 6 тоже вроде нормально. Хотя, да. 2 часа ночи. Ну, это еще как-то более-менее. Ну, смотря какая работа. Если часто работаешь, может тяжело быть. Бывают какие-то школьники, студенты, которые там проебывают пары, блядь, как синтек, нахуй. Алкаш. Да, ребят, все ради вас. Ебать, лагает. Я, блядь, сегодня пришел на пару. Нет, не так. Я пришел в столовую, ел вместе с преподом в столовке. Потом мы с ним целый час пиздели. Настало время пары. Прошло 5 минут от пары, блять, и он нас всех домой отпускает. Ого. Хорошо, видимо, до 5 минут. Я, блядь, сука, целый час, блядь, с ним пиздел. Я даже не хотел, чтобы он меня, блядь, с пары отпускал. Я просто хотел, блядь, напиздеть и все, блядь. В итоге он отпустил нас с пары. Ты с ним выпил в столовой, да? Я решил просто не прийти на остальные. Да нет, навряд. Поперегоре задевает. Там нормальный мужик, он там офицером и все. Да. По рюмочке чай домой. Вот. К нему. Не, он какие-то сигареты курит, это пропитанный алкоголем, так что ему этого не надо. Он обиделся, да? Там прям какие-то крутые, блядь, там пачки, короче. Будь аккуратнее, подаются. А он же говорит, его чуть не изнасиловали, это походу этот препод. В общем, я решил не идти на другие пары, поэтому я здесь. Я правильно нахуй эти пары, блядь, если с них отпускают, блядь. Завтра так же нахуй на работе. Ну вот именно, я вообще, блядь, не вкурил, нахуя я пришел, если... Было бы так на работе, да, прикинь, приходишь такой, блядь, а хули ты пришел, иди, блядь. Да, на работе хуй так отпусти. Для тебя на работе начальник не получится. Короче, была какая-то триня, которая восстанавливала здоровье в процентном соотношении. Вот найдите мне ее. Мне интересно, работает ли она на Валитре. Да нет такой трини. Нет такой трини, говорят. Босса закроем, пойдем искать. Ну я, короче, пока что просто смотрю от вас. Это про ПВП-шную трини, что ли, говоришь? Которая 2% восстанавливает и понижает весь урон? Так это хуйня. Это хуя на навали. Синтек, блядь, напился, как всегда, ни хуя непонятно. Это тлиня. Ну-ка, душа с него заберется. Препод тоже видит, что он, короче, пьяный, нахуй. Думает, иди домой, парень. Так, давай, душа собирай. А с этой хуйни не собирается. Ну-ка, сейчас я с этих попробую. С дракончиков не помню, собирается. С драконов я собрал, а с больших нет, не собирается. Ну-ка, вот сейчас с этого... Вот с этой хуйни собирается. У них нет души. С двух вот этих пидоров. Ну, что-то 200 с чем-то там души. Да? Ну вот с Тиндера еще сможет полтос забрать. Лича нихуя. Да лич он, это, блядь. Он себе. Сокло уходит. Это там кто подольше сидеть может, типа, после. Сейчас вот синдруль чай банем. Вот это гэшку, вот оставайтесь. Надеюсь, хотя бы на нужен хватит. Посох. Мне жезл. Мне чарка на мишку, блять. А мне тапки. Ну вот так и порешаем. Все, распределили шмот. Зайдете, а собака скажет, хуй вам, а не лут. Да, он вообще будет давать шмот на шаман. Скажет, тут поезда у меня. Сейчас захилим. Сейчас захилим. В десятке-то легко все. Никто не мешает. Да. Бывает и нелегко. Мы захиливаемся, жмем, там, спокойствие, там, не знаю. Я себя похилил. Или просто садишься и ешь. Потом Тракс скажет, нате вам еще бубликом по лбу. Так, ну чё это? Сапротики. Шалфир, есть у тебя там оставшиеся какие-то? 6 штук.
6 штук, сейчас я еще тебе подкину. Так. Так, это отмени там обмен. Бесплатно. Давай. Так, вот тебе один сейчас. И ему кидайте шелфиру, и Войду еще кидайте. Так быстрее будет. Кто там уверен все, что вы не сдохнете? Каждому. Вот. Ну не, блять, ну вы че, блять. Давайте, ну, один четвертая, там, пятая пати ко мне, а первая, третья. Без разницы, главное, два вам нахуя мы по одному даем. Не обусти эту хуйню. Обуз механик. Механик, сука. Это ты предложил эту хуйню. Сейчас, блядь, люди будут под вас опротом брать. Я механик. А что, их как-то два можно выпить? Ну, два нельзя выпить, блядь. Ну, типа, если сначала ты шалфиру дашь обмен, а потом Войду, то можно, типа, два взять. Ну, лучше так не делать, конечно, блядь. А потом на аукцион, да? Хуёвая затея, конечно. Не знаю. Я вот, короче... Вообще, знаете, как можно забузить? Можно одну профессию скинуть и прокачать эту алхимию. И тогда вам придется пить в два раза реже, меньше сапротов, и поэтому лишний сапрот остается у вас. Еще кто-то без сапрота? Да, и без сапрота. Так, точно? Этот самый... Да, абсолютно, я могу сейчас слушать. Значит, кто с вас там на боссе будет на связи, да? Ты помнишь... Тактика отличается? От чего? Ну, мы последний раз я был в Хаэме только, на ней. На Синдре, да? Да. То же самое. Блять, ну то же самое. То же самое. Вот перед звездой встаешь, понял, только да? Одной голубы нет. И когда все время стою. Ты танчишь Синдру, это, словишь ее перед звездой, на четвертой бомбе выбегаешь, потому что она не шотает, чтобы стать перед звездой успеть. Вот, ну и на последней фазе то же самое, то есть скинулись так и идешь менять, скинулись, идешь менять. А, окей. У тебя там кулидринг будет менять, как с него скинуться, он меняет. Это хилы, соответственно, не пробите момент, когда меняются танки. Ну и все, нихуя сложного. Ханты у вас отпрыжка там, если вот, который новенький хант, этот, mm-hmm. отскок назад, который... Сначала притянет тебя в центр босса, потом ты... Подожди, чтобы там подкинет, и уже отпрыгиваешь тогда, и уже бежишь. Жопой это, ну, в сторону кружка отпрыгиваешь. Ну, блядь, на притяжке не сдыхайте. Ну, глыбы когда ставите, 5 штук, вот, слева-справа от кружка. Одну в кружке, если слева-справа. Если ход колбаса ляжет, пусть он где-то просто полежит. Да, да. Чувак первый раз. Я ему пытался там вот, просто в сообщениях расписать. Все, ну, ляжет и ляжет, ничего страшного. Ну. Главное, внимательно, на второй фазе, может даже не дамажить, просто слушай, что это все, идем запускаем. Надо будет, чтобы ты увидел галочки синие на людях, когда будет глыба вешаться, чтобы ты увидел, если ты такую на себе увидишь, надо будет звезду нести глыбу. А где танк-то? Танк где? На связи, связи, да? На связи, вон он перед звездочкой. Чуть... Ладно, хуярим. Давид чуть ближе встань. Ой, сколько не забудь, ладно. Скоро притяжка, смотрите, готовимся отбегать. Не сдыхаем на притяжке. Перед притяжкой стаки скидываем, особое обморожение, всю хуйню тут. Убегай обратно. Я завис. Синтек, ты тут? Да, блядь, бич. Я не знаю, я бежал, блядь, но лаги. Метки спускайтесь, не заморозься. Сука, ну захильте блядь. Его. Давид, смотри, как бежал. Встают. Кривовато. Вот вы туда поднялись, как вам бежать? Вот, ну вы думаете вообще головой? Блядь, ясно нахуй. Нет. Не ваш ГП. Да хули только ГП, блядь. Получается дважды. Тихо, блядь, мы не вайпаемся еще. Давид, видишь, как падают бомбы? Параллельно им вставать за глыбы, чтобы тебя урон не проходил. Склепы сейчас разбиваем. Вот Фокс, Синтека, Ресы. Пиздец, у меня слайд-шоу. Были лаги, да, какие-то. Попытайся как-нибудь. Я тебе инр залил там, не знаю, на тригенишь.
Короче, мотай на ус, можешь даже не дамажить, просто смотри. Там автоатакой так пей. Скоро притяжка после дыхания, вот, готовьтесь, пару секунд будет притяжка. Синтек, сука, не хлопай, что ты делаешь? Что это за хуйня? Беги, малышка, беги! Так. Притон по синтеку дай СС. Связи на фул захилить. Хилы, блин, работаем. Этот. Готовимся. Меточки смотри. Вот на мне метка. Можно каску под друидом, пожалуйста? Ну, растянитесь там. Нужно даже, я бы сказал. Пиздец, меня лагает, я вперед убежал. Каску, крик на хп дайте, блять. Пристабаф по синтеку дайте, нахуй. Он так сдохнет, блять. Вот. Обновляйте бафы сразу, блять. Выбил, Фокса захитил. Хуясь, 3700 пинг, блять. Ничего, нормально. Терпимо. Можно правую глыбу самую побить немного? Получаешь. Да. Спасибо. Да если плохо. Давайте, готовьтесь, скоро фаза будет, дамажим. Я такого слайд-шоу давно не видел. Драконы. Чё-то не знаю, успеем, нет, не знаю. Мы должны успеть до взлетки, надеюсь. Скоро притяжка будет, готовимся. После притяжки надо постараться перевести. Так, отбегаем и пытаемся перевести. Три процента, 7 секунд, 2%, 5 секунд, 1%, 3 секунды, 2, 1. Фаза пошла. Все. Стаки теперь сбрасываем. Первую звезду и сразу разбить. Так, звезду на фул его захилить. Милики ушли. Вот, Хант, смотри внимательно, вот эта хуйня, тебе надо будет вот это исполнять. На связи не проебите, ну, сука, не уроните танк. Разбиваем сразу. Сейчас они поменяются, танки. Ну, просто резист надо ему оформить. Так, без воды остался. Остальные ушли, не заморозьтесь. Эту не бить, смотрим, притяжка будет. Ждем, стоим ровно в кружке. Зайдите в кружок, кто там вас притянет. Если, это... Если будет это, если еще глыба будет, то вперед просто понесете. Вперед подноси, Равейн. Прям в эту звезду ставь. Равейн. Вот. Не заморозься, кто там рядом с ним бегает. Вот теперь фуловую подбиваем до половины. Когда это. Когда закончится притяжка, все две разбиваем. Все две разбиваем, зергаем. Ой, блять, конченый нахуй. То теперь звезду, следующую глыбу. Ничего, там один СС есть. Танков хили, мне проебите танков. Ну, сука, вы конченые, нахуй вы хоть подходите. А уешьте эту хуйню теперь. Блять, вместо босса вы бить пришли глыбы, нахуй. Две глыбы, быстрее бьем следующую звезду и сразу разбить. Быстрее, еще быстрее. Ушли милики оттуда. Остался там с меткой. Как следствие, опять 100 глыб, нахуй. Дебилы, блять. Бейте, а уешьте глыбы быстрее. Блять, ну нельзя так, нахуй. Вы можете уйти в кружок на лестницу, нахуй? Две глыбы разбивайте быстрее. Вот обжигающий холод. Какие спасайте там на ману? Короче, разбивайте ту и меня сразу разбивайте. У меня 10 стаков. Спасибо, блять. Этот синтек ресы войда. А, нет, на связи ресы. На связи ресы. Следующую звезду будет притяжка. Без воды в звезду захилить его. Настолько пинг, что у меня все еще не будет. Ну, разлагаешь и ресы на связи. А, все, всех притянуло. Я понял, нахуй. Ясно, блядь. Ложитесь, поворачивай в рейд, вставайте под ебало. Залупа ебаная, говно, блядь. Пиздец.
Синтек, сука, уже спизди комп где-нибудь в магазине, нахуй, ограбь кого-нибудь, ёбаный в рот. Сука у Синтека. Магу нужно идти. Тут что-то с вирусом, блядь, пиздец. Ребят, мне нужно отойти в магазин, я, блядь, и так до последнего жду, он просто сейчас закроется. Какой маг? Равейн. Врей? Равейнин. А, Равейнин. Ну иди, хули. Так, ну ты портанись, инста. Или офнись, просто выключи эту игру. Не выйду. Я, блядь, до обновления так не лагало, нахуй. Да это ебаные драконы выпустили хуйню, нахуй. Войт, Войт, отпусти меня. Магазин за сахаром надо, блядь. Сейчас будет вам сахар, блядь. За совесть теперь, блядь, раса с крылышками. Синтек, я не знаю, ну пляши с бубном что-нибудь делай, там, не знаю, просто омоложение будет русский. Я вообще все выключу. Так, блядь, то похуй на омоложение. У меня кинется глыба, а я, блядь, даже не узнаю об этом, понимаешь? Ну нахуй, ну и, блядь, не такая знаю. Я стоял это за рейдом, просто чтобы, если бы у меня глыба кинулась, я бы хотя бы вас не убил. Я понял, блядь, поэтому танки так падают по хп, блядь. А если отвернешься от рейда, чтобы не ловить эти эффекты анимации? И просто бы жопу хилить. То у меня вообще все выключено. Сопрот выпить. Блядь, еще не все? Все готовы были, что-то я не заметил. Блять, Синтек готов. Кулак дадите? По ДК. Хульдрин готов там, нет? И там аура от коня стоит. Не знаю, нужна она, нет? Да нет, не нужна. Он вопрос поставьте. Че, вы готовы там, нет? Прием Хульдринка. Все. Ну-ка, может, ну, готов, а, готов. Вроде 2000 пинга. Нормально, 2000, заебись, 2 секунды. До этого 5 было, нахуй. Этот, на связи, иди вперед, там Синдра сейчас полетит. Вот сюда вставай, вот. Сука, ебаная обнова. Да вообще уебки, нахуй, хуйню выпускают всякую, блядь. Играть не дают без лага, блядь, нормально. Дыхание могут выпустить, блядь. Они в среду будут. Все, давайте сосредоточились. Надеюсь, сейчас такого бага не будет с притяжкой. Это уже будет с применением. Скотина, блять, нахуй там так улетает. Смотрим глыбы, не спускаемся. Втроем не стойте, там двойной урон получите. Ну, нормально. Справа далеко. Слева близко. Слева близко. Очень близко. Слева близко. Последний. Ебать, склепы долго бьем, тяжко скоро будет, готовимся. Беги, малышка, беги!
Ах ты, тварь тупая, блядь, только звездопад дал. Тварь, бля. Сейчас придется настакивать опять. Нихуя вы дерзкие, блядь. Слева близко. Будет здоров. Я не чекал. Вроде бы. Справа близко. Ну по склепам побольше. Давно не виделись с Божденком, блядь. Скоро протяжка, готовимся. Ну что за хуйня, блядь? Синтек, ты тут? Синтек! Вадикон, в хилов переделываемся с тобой, подхиливаем. Если освобожденки нет. Первую звезду сразу... О, нахуй, еще и мордаун сдох. Мордаун, ты-то тут? Я-то тут, я не стою. Что это за три глыбы, сука? Ну вы совсем дебилы, блядь. Я не знаю, нахуй, как с вами быть, нахуй. Охуеть, нахуй. Да не, ложитесь, нахуй, пизду. Врубай, холи дринк. Заморозились. Парам-парам-пам. Это с анимацией сделали, если у пацанов компы слабые, то, видимо, что-то не то, если горят, то что лагает все. Да не в компе дело. У меня вообще нет лагов. У меня нет лагов вообще. Не в компе дело, блядь. Да, тут лагает пиздец не, ну, просто. Не, ну говорят вот, что лагает. Уже не первый, кто говорит, что лагает, ну, и лагает. Синтек там вообще, наверное, под алкоголем лагает. Блять, ну не. Слабый комп это не единственная причина для лагов. Есть еще интернет, есть разный интернет у людей. Есть хуёвый, есть нормальный. Даже если еще нормальный интернет, может удаленность от сервера такая быть, что пиздец. Может интернет сам нормальный, а к серверу дорога хуёвая. Сигналы. Кстати, еще есть такая херня, если на роутере сидите через Wi-Fi, то из-за этого тоже очень сильно будет плохой интернет. Связь тоже. И пинг будет большой. Да пинг пиздец. 3500. Синтек, у тебя из-за компа такая хуйня или из-за интернета, блядь? Похоже, или из-за пива? Комбо. Я не знаю. Меня ну, блядь, до обновления этой хуйни не было. Меня сейчас, блядь, мало того, так. Что, ну, типа, подвисает. Плюс, блядь, он дважды нахуй этот босс притягивает, ебаный, хотя я стою рядом с ним. Меня еще, блядь, я не могу назад почему-то пойти, мне приходится...